Мы с Антоном стали несколько выше. Все это благодаря новомодным средствам передвижения, которые называются гироскутеры. Гироскутеры, да. И сейчас мы будем осваивать не только гироскутеры, но и иностранный язык, представляете? Да, и представляем наших гостей. У нас в гостях Татьяна Ганебная. Это руководитель школы иностранных языков. Доброе утро. И Эрик Кастро, преподаватель школы иностранных языков. Доброе утро. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Урок английского языка. Английский язык на колесиках. Чем он выгоднее и эффективнее, чем просто стоя на обычных ногах? Ну, это такой способ, когда вы занимаетесь тем, что вам очень нравится или хотелось бы освоить, и при этом говорите на английском. И тогда английский – это просто очень легкое средство общения. Вы не заморачиваетесь ни насчет грамматики, ни насчет правильных слов. У вас это просто идет все само собой. Так, а скажите, вы, у вас именно уроки на гироскутерах или бывают какие-то другие интересные формы изучения языка? У нас очень много разных уроков. В этом году мы уже сделали всевозможные проекты. Мы работаем с разными компаниями города в разных направлениях. Это и была полная перезагрузка с переодеванием наших девушек, созданием имиджа с нашими красноярскими дизайнерами. Это была йога на английском. Мы также готовили правильное питание, готовили такой знаменитый десерт Павлова. Все это тоже проходило на английском. Собственно, вот даже Эрик принимал участие, помогал. Это тоже было совместно с одной из наших красноярских компаний, те, которые в этом деле профессионалы. То есть тогда, когда мы миксуем что-то очень интересное и английский язык, люди приходят, наслаждаются, и, естественно, английский ложится очень легко. То есть теоретически можно преподавать иностранный язык, например, во время прыжка с парашютом? Да. Ну, да. Но только одно слово. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. Как апофеоз всего вот этого, наверняка в конце там года вы сделаете все вместе. Йога на гироскутерах с переодеванием и что-нибудь еще. Не, ну это очень оригинальная идея, кстати, если бы сюда не пришли, она бы, наверное, нас не нашла. Ну, может, мы перейдем тогда к уроку? Можно показать фрагмент урока? Как происходит занятие? Ну, я так полагаю, что сначала все-таки людям надо освоиться вот с этой техникой, потому что дело такое. Потому что я вот не могу остановиться. Я думаю, тебе специально езжу? Меня куда-то понесло просто. Да, но вы же можете рассказать, что вы делаете это буквально 10 минут, и у вас уже получается. Я хочу сказать, что действительно, это как с велосипедом. То есть встаешь, понимаешь основы принципа, и потихонечку экспириенс. Тело само идет. Да, то есть мы с Романом неопытные, но по нам, в принципе, это и заметно. Не знаю, я эффектно затормозил. Молодцом. Мы готовы приступить к занятию. Ну, если вы уже умеете стоять на гироскутерах, можно начать спикать. Спикать. Это по-английски говорить. Okay. Говорикать. Эрик, it's your turn. Can you give them instruction and show just a part of the lesson we are going to have? Okay, during this lesson it's really easy. We are using the scooters. So the idea is like we are going to show something that we are going to use during this weekend. So we have like this, you heard about this mannequin challenge. Yes. That people need to. Я, наверное, немножко попробую перевести, что в течение этого урока мы будем использовать гироскутеры и проговаривать, да, рассказывать о том, что мы делаем. И сейчас нам, вот, наш гость спросил, знаем ли мы, что такое mannequin challenge. Я думаю, что вы все в курсе, что это такое. Yeah, so the idea is simple. Like, we need to give them, like, to the students, okay, so I will count 1, 2, 3, freeze, and people need to stay. Freeze, and I will see, okay, mannequin challenge. And people need to stay and don't move. It's very difficult. Yeah, and hoverboards is really difficult. That's the idea. That how we can do it to stay just... Нужно еще интересное слово придумать. Я вообще понял, что мне говорит. Мы ждем команду. So we can start. You can move, and I will say. Да, на команду мы останавливаем. Да, да. Будьте готовы. Он еще задаст вам вопрос по-английски, только вы остановитесь. One. Начинайте думать. Two. Three. Freeze. And how are you? Thank you. I'm fine. Very good. And you? How are you? Oh, I'm very cool. Perfect, excellent. So you see, it's not so easy. Like when you answer question and you're moving and stop, it's like your brain thinking, your legs moving. Понимаешь, я все. Да. Yeah, and you're like. Ну вообще, наверное, есть такая гипотеза, может быть, что когда ты твой мозг контролирует твои ноги, задом еще. Да, конечно. Зафиксировать стойку очень тяжело, потому что постоянно туда-сюда мотает ступы, и нужно контролировать этот процесс, при этом получается на подкорку что-то откладывается. Так это работает технология изучения английского языка. Она это все происходит непосредственно, то есть вам не приходится задумываться, как мне это запомнить. Главное не упасть. Вот о чем мы задумываемся. Да. Татьяна, скажите,
любой человек может прийти вот на такие курсы, в частности, на урок с гироскутерами. С гироскутером приходить. А, ну вот, допустим, для этой компании, вот для этого урока, есть одна красноярская компания, которая предоставляет нам гироскутеры. Поэтому сюда может прийти любой желающий. Угу. Ну и, конечно, те, у кого уже есть свои, они просто могут прийти. У нас просто будет, ну, более глобальная акция. Сколько длится по времени занятия? Около 2 часов. 2 часа. Пока не упал. Прям можно в совершенстве освоить как минимум точно вот эту технику, чтобы и при этом штука. Получить хороший багаж знаний английского языка. Давайте расскажем, Татьяна, где и когда это состоится, чтобы все желающие могли посетить. Вот так состоится вот это у нас в Спортексе. Все, наверное, знают, это наше... Роман улетел. Да, продолжайте. Серж улетел. Все, наверное, знают наш этот уникальный спортивный комплекс, который находится на острове отдыха. Вот мы с ними договорились, и там в 10 часов, в это воскресенье, 27 ноября, мы проводим это занятие. Ну, конечно, так как гироскутеров у нас там не миллионы, весь город у нас не сможет прийти покататься, поэтому лучше заранее найти нас, да, например, в соцсетях и заранее записаться. Отлично. Спасибо большое. Будем следить за развитием событий и смотреть, где вы еще будете проводить уроки английского языка. Большое сейчас спасибо вам за такие классные инициативы. Thank you very much. Мы вас приглашаем. Спасибо.